Не так давно у лиц, занимающихся собственным делом, появился личный праздник. День российского предпринимательства отмечается 26 мая. Для знакомства подрастающего поколения с многообразием коммерческой деятельности в Десногорске ежегодно устраиваются встречи школьников с успешными предпринимателями. Для того, чтобы для кожи был минимальный вред. Татуаж, ламинирование, биофиксация – слова, уверенно вошедшие в жизнь современной женщины. А интерес к косметическим процедурам и к индустрии красоты возникает у представительниц прекрасной половины человечества довольно рано. Следуя тенденциям актуальных профессий, 13 мая в рамках муниципальной программы создания благоприятного предпринимательского климата» была организована встреча школьников с основателем студии перманентного макияжа. Мы, наоборот, способствуем тому, чтобы молодое поколение, оно развивалось, оно узнавало новые профессии, потому что это действительно очень интересно, тем более бьюти-сфера, она очень развивается, и очень радостно от того, что дети приходят и интересуются. На глазах учениц 9 классов средних школ номер 2 и 3 мастера продемонстрировали этапы создания перманентного макияжа и процедуру окраски бровей. Прошедшая экскурсия вызвала живой интерес у школьниц, ведь бьюти-индустрия – одна из перспективных и востребованных на рынке услуг. Да, это интересно, это не школьное мероприятие, это не какая-то школьная экскурсия в библиотеке, это знакомство с другими сферами, другой работой, предпринимательством. Мне очень нравится это. Такие экскурсии могут помочь в дальнейшем определиться с выбором сферы деятельности. Создание собственного дела – один из возможных путей профессиональной реализации. По мнению организаторов, примеры успешных бизнесменов – лучшая для этого мотивация. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.